В Душанбе сегодня официально открывается саммит Шанхайской организации сотрудничества. Российский президент прибыл туда накануне. Кроме нашей страны, постоянные члены ШОС – Казахстан, Китай, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. В повестке дня развитие транспорта и энергетики, вопросы безопасности, борьбы с терроризмом и контрабандой наркотиков и оружия. Безусловно, участники не обойдут вниманием и тему признания России независимости Абхазии и Южной Осетии. Ее обсуждение начали еще вчера в рамках неформальных встреч и переговоров. По итогам саммита планируется подписать ряд документов, в том числе декларацию по ситуации в мире и регионе. Ну а ранее Дмитрий Медведев обсудил ситуацию вокруг Абхазии и Южной Осетии с Николаем Саркози. Телефонный разговор президентов продолжался около часа. Они рассмотрели возможность заключения дополнительных соглашений по обеспечению безопасности в регионе. При этом Медведев подчеркнул необходимость выполнения Тбилиси 4-го пункта мирного плана о возвращении грузинских войск в места постоянной дислокации.